Немецкий писатель Гюнтер Грасс писал, что после окончания Второй мировой находился в лагере для военнопленных с этим известным немцем, болельщиком Мюнхенской Баварии, имеющим множество наградных футболок с 16-м номером. Нет. Ну как бы не был ни сбор в лагере для военнопленных, или его вытащили? Йозеф Ратцингер, он же Бенедикт XVI. Женские имена. В 2006-м U2 и Green Day записали песню «Святые придут», начинающуюся словами «В Новом Орлеане есть дом под названием «Восходящее солнце». Музыканты стремились обратить внимание общественности на трагедию, связанную с этим женским именем. Это Катрин. Псевдоним западных исполнителей и не только. Герой произведения Эдгара Аллана По, написанного в 1839-м, Родерик, имеет такую фамилию. Ашу, да. Ель. Да. В 1814-м этот лицеист написал стихотворение на взятие... Дели. Это Дели. Немецкий писатель. В 1946-м Нобелевскую премию по литературе получил Герман Гессе, как гражданин этой страны. Часть денежной премии пошла на нужды кантона Тичино. Женский имен. В названии романа Александра Дюма «Отца», изданном в 1847 году, их было несколько. Нет. Роман назывался «Две Дианы». Псевдонимы западных исполнителей не только. По одной из версий, Гордон Мэтью Томас Самнер получил этот псевдоним за желтую майку с черными полосками. Версия. Получил псевдоним Стинг. Темы «Профессора», матричная тема «Вет», Виктор Евгений Тимофей, «Ноги», «Тигры». «Профессора». В 2004-м этот политический деятель сделал 12 ошибок при заполнении анкеты кандидата в президенты Украины. Нет. Ой, Нина! Слово «профессор» написал с двумя «Ф». Нина!